Здравствуйте, дорогие друзья! С вами альянс компании «Восток-Запад». Сегодня мы выбрались с вами в отборные питерские болота. Сегодня у нас по многочисленным просьбам испытание вездехода в болоте. Как многие писали в предыдущих комментариях под нашими видео, под шортсами, что это у вас не болото, я здесь проеду на своей Ниве, как я езжу на дачу. Сегодня будем вам показывать, что может БВ-206 на откровенном болоте. Вот я иду, подо мной топкое болото торфяное, я проваливаюсь, оно очень хорошей консистенции, вы можете видеть, прилипает. И сегодня мы будем показывать возможности нашего БВ-206 на болотах, на слабо несущих грунтах. Что касается абсолютно разного грунта, тут будет торф, тут будет вода, тут будут различные растения, деревья, ветки, палки. Но самая неблагоприятная среда для многих вездеходов. Мы будем вам демонстрировать возможности нашего шикарного вездехода. Поэтому присаживайтесь поудобнее, делайте просмотр данного видео более комфортным, наливайте теплый чаек и с ваших уютных диванов наблюдайте, как будем делать для вас этот грязный контент. Дамы и господа, добрались до нового места. Перед нами небольшая река, вот такие вот завалы из деревьев, которые мы сейчас будем преодолевать. И, соответственно, река небольшой ширины с крутыми углами въезда и выезда. Мы сейчас проверим удельное давление на грунт, площадь зацепа. Площадь зацепа вездехода. Ну и, соответственно, гидроцилиндром будем поднимать вездеход, чтобы выбраться на крутой отвесный берег. Посмотрите, как с легкостью вездеход преодолевает завалы из деревьев. Не доставляет абсолютно никаких неудобств вездеходу. Легко преодолевает и двигается дальше. Вот, сейчас доберемся до реки, ну и будут водяные испытания. Вы видите, да, при том, при всем, что угол наклона, кажется, что большой, вездеходу абсолютно все равно. Ну а сейчас движемся к реке и на реке будем проверять углы въезда, выезда уже в экстремальных условиях, приближенных к реальной эксплуатации, там, где можете оказаться и вы. Ну что, добираемся до реки. Вот здесь у нас болотина, уклоны. Здорово поросшая травой тайга. Ну, условия эксплуатации, в которых будете эксплуатировать и вы данную технику. Мы испытываем ее в самых сложных условиях, приближенных к реальности. Сейчас будем подъезжать мы к реке и пробовать преодолеть уже непосредственно реку. Смотрим, что из этого получится. Ну что, добрались до реки, стоим в реке. Углы въезда и выезда, ну, очень критичные. Вот, посмотрите, вездеход на какой высоте. Угол съезда, ну, просто как бы феноменальный. Сейчас посмотрим, что получится. Вездеход спускается. Но тут жесть конкретная. Угол съезда, ну, я думаю, предельно такой интересно закритичный. Сейчас, наверное, приподнимем гидравликой морду, чтобы выбраться. Либо выберемся так. Хотя, я думаю, выбирается так, да, нормально. Выбираемся. Посмотрите, полностью можно проверить артикуляцию всю вездехода, заднего модуля, элечку пониженную. И чуть назад сдвигаемся. Угол въезда, я напомню, очень большой. Хотя дно у нас абсолютно здесь твердое, дно не проблемное. Чуть левее забираем, гидравликой приподнимем, если получится, морду. Чуть назад сдаем. Здесь как бы, ну, мы видим максимально приближенный к боевым условиям. Вот. Выезд, напомню, очень крутой, поэтому
присутствуют у нас некоторые моменты по выезду. Посмотрим, как у нас получится справиться или не получится справиться. Дай назад! Дим, назад дай! Назад, назад! 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 Давай назад, жопа выезжает спокойно. Давай назад, выезжай потихоньку. Просто напомню, что угол въезда у вас очень крутой, очень большой. И с первого раза у нас не получается преодолеть. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот, мы видим наглядно, что вездеход немного упирается в берег. То есть мы уже почти выбрались, но перед нами есть вот такое вот препятствие, которое будем сейчас пытаться преодолеть. Лопата есть? Максимально жесткие условия как бы для вездехода, где ну, машин выедет просто единица. Я вам скажу, что по опыту ну, угол въезда очень крутой, берега относительно друг друга находятся на маленьком расстоянии и очень мало разновидностей техники может преодолеть такого вида препятствия. Что там? Лопата есть? Лопата? Да. Зачем? Пытаемся правдами-неправдами преодолеть, коли мы уже забрались в данные условия, да? Вот. Будем сейчас пробовать дальше. Вот уже вездеход продвинулся еще чуть дальше, то есть он подкапывает берег, и все равно продвижение у нас происходит. Также работает гидравлика, то есть приподнимается, опускается, ну и вездеход с раскатки уже почти заскочил на берег. Благодаря тому, что задняя секция у нас тоже обладает приводом, то есть вездеход может двигаться и туда, и назад, что дает ну, неоспоримые преимущества при эксплуатации нашего БВ. Будем сейчас смотреть, как у нас получится ли преодолеть. Ну, как вы видите, то есть здесь очень жесткая ситуация. Назад, назад, назад. Вот как езжай, вот прям ровно назад езжай, прям ровно вот так. Вот ты прям ровно. Вот прям ровно, никуда не крути, просто назад, давай. Давай, 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 давай. Во, 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 вот сейчас выруливает. Что, дамы и господа, экстремальная жесть, как бы максимальные условия неблагоприятные. Вот. То есть посмотрите, 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 что происходит. Вот это вот мощь, вот это БВ. Какая техника еще может так сделать? Я думаю, что никакая. Ну а здесь у нас после этого остаются горки водяные, можем брать и на горке кататься. Вот такая вот история. Ну что, видим угол как бы спуска вообще. Прям очень-очень-очень серьезный, прям максимально серьезный. То есть здесь прям, ну я бы сказал, сжимается все не только у водителя, у пассажиров также, вот, ну и, соответственно, у зрителей. Максимально плавный съезд на тормозах. На тормозах? Подтормаживаем. Ну здесь, вот, вот, хорошо. И дальше пошли. Пошли. Ну вот это прям. Вот это прям хорошо. Поехали. Вперед! Давай вперед! Вперед!
Так, ну хорошо, в общем-то, пока все у нас проходит, спустились, все хорошо. Чуть вправо еще. Чуть назад. Назад дай. Еще, 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 еще. Чуть вправо, стой, стой вот так. Чуть правее туда еще забери. Что вон здесь прям в этом. Да, ну он сейчас это. Чуть вправо и пошел маленько ходу дай. Стой, вот так еще раз назад, прям ровно. Вот прям ровно, давай, 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 давай. Давай еще раз. Все, вперед, поехали. Берег опять крутой, места выставиться ровно нет, только вот под углом приходится берег разбивать и выкатывать. Дай назад. Давай вот так ровно, назад, 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 ровно прям. Право, право забирай, руль вправо. Еще, 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 еще. Да, сейчас он это. Вот туда, да, вот туда надо. Ближе туда, да. Прям туда. Ага. Так, стоп, чуть назад. О. Ты уже, кстати, почти пробил берег, уже почти выехал. Да, несколько попыток, он выйдет. Так же, как там. Да, да, да. Не, назад, дай, назад, назад. Назад. Просто так далеко не надо даже отъезжать. Давай назад. Давай, 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 давай. Вот так траектория хорошая, он выйдет сейчас. Тут уже, видал, уже почти заехал. Берег приходится разбивать. О, 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 о. Влево, 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 влево. Еще влево, 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 влево. Стой, стой, дай назад. Назад, дай ровно, вот так же, как стоишь, назад. Вот гидравлика. Кстати, вот сейчас она нужна, но нет. Не. Стой, 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 опускай. Опускай гидравлику. Опускай полностью назад. В ровное, съезжай. Гидравлику опусти. Стой, стой, гидравлику, гидравлику. Отпустил гидравлику. До конца. Стой, стой. Нет, ты сделай как бы на перелом ее, вот так сделай, чтобы она задний типа подняла модуль, чтобы ровно встал. А? Выдвинут цилиндр, выдвинут, задвинь его. Задвинуть? Да, вот так, во, во, все, вот так съезжай, съезжай, все, вот так съезжай. Ну вот сейчас съезжай и заедешь со следующего раза. Вот сейчас съезжай. Съезжай, вот сейчас ровно, как стоишь, ровно съезжай. Назад, назад. О, 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 пошло, 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 пошло. О, пошел, пошел и выбрались. Преодолели непреодолимое сегодня. У нас горячий контент с горячими водителями, с горячими пассажирами. Ну, сегодня просто жесть. Посмотрите просто на этот раскопанный просто в хлам берег. Ну, вездеход выбрался своим ходом. Посмотрите, что туда, посмотрите, что сюда. Ну, комментарии излишни. Поэтому, ребята, специалисты на ваших Нивах, УАЗиках, Крузаках, чем угодно, милости просим, устроим совместные заезды. Как бы дорога, как выездить на дачу один в один. В комментариях писали. Пишите нам, готовы с вами встретиться, устроить дружественный заезд. Отправляемся дальше. Ну что, уважаемые подписчики, вы хотели жестких испытаний? Вот они и получились. Испытания были великолепные. Даже для нас, бывалых пользователей вездехода, мы получили сегодня массу эмоций. Чуть-чуть показалась я неисправность в виде натяжения катка, но это устраняется. Именно поэтому мы проверяем и тестируем абсолютно все вездеходы, которые строим, чтобы в дальнейшем у вас не было таких проблем. Ну а сейчас отправляемся обратной дороге, подарим вам шикарные красивые кадры, чтобы вы могли насладиться и получить все эмоции, которые дарит БВ-206, даже через экран. Сейчас небольшая переездка через поваленное дерево, вот, то есть это, как обычно, не доставляет нам никаких абсолютно проблем. Видим, вездеход с легкостью преодолевает поваленные деревья,
Вот. И посмотрите, вот что делают модули. Без проблем, модуль один переехал, второй модуль наезжает, и уже все хорошо. Ну, такого рода препятствия, на самом деле, для вездехода, это вообще не препятствие, и он их с легкостью преодолевает. Первый модуль переехал, сейчас наезжает у нас второй модуль, ну и все, соответственно, хорошо. Пассажиры с легким испугом на лице получают позитивные эмоции от нахождения во втором модуле. На самом деле это покруче всех американских горок. Те эмоции, которые дарит БВ-206, можете использовать его даже просто для дружеских покатушек и мероприятий. И вот мы доехали с вами до вот такого вот препятствия. Здесь небольшой ручей с болотиной, с торфом. Видите, глубина мне уже почти по причинное место. Иду ногами, тяжело передвигаю. Сейчас будет здесь проезжать вездеход следом за мной. Я вам показываю, чтобы было понимание, насколько здесь, ну, тяжелые условия как бы для проезда. Сейчас вездеход будет здесь у нас проезжать. Ногами тяжело идти. Посмотрим, как это дастся нашему шикарному БВ. Как мы видим, это не доставляет ему абсолютно никаких проблем. Вездеход с легкостью преодолевает это препятствие. Дальше ждет у нас полоса воды, торфа и хорошего настроения. Друзья, отправляемся дальше. Ну что, отправляемся в сторону дома. Основное покорили. Сейчас легкая таежная грязь с примесью торфа. Вот. Ну и наслаждайтесь кадрами. Как говорится, здесь я на своей девяточке проезжаю. Ну, давайте посмотрим и насладимся с вершины вездехода всеми красотами, чтобы было максимально информативно и понятно, что здесь происходит. Девяточки, Нивы, внедорожники, милости просим, приезжайте, и будем рады совместным покатушкам и мероприятиям. Вживую посмотрите, как наш вездеход не едет, ну, в кавычках. Поэтому всегда рады гостям. На тест-драйв приглашаем, ну и просто насладиться возможностями БВ-206. Наслаждайтесь дорогой! А теперь мы наслаждаемся черникой на болоте. Ссылочки на наши соцсети будут, конечно же, в описании. Адрес сайта будет указан на экране, по которому можете перейти и ознакомиться с нашим ассортиментом, с запчастями и со всем, чем угодно, что связано с вездеходом БВ-206. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!